Здравствуйте, уважаемые подписчики. TikTok хочет сделать до 10 минут длительных видео. Как вы помните, в июле 2021 года сделали до 3 минут. А здесь до 5. Да, кому-то приходило сообщение. Блогеры даже говорили, что... многие говорят, что это новость хороший шедевр, лучший... Бомба новость, это лучше. Какой лучше, какой бомба? TikTok, очнись. Что это такое? Нам это хватит, до 3 минут даже это очень много. TikTok, не надо лучше. Ты так портишь себя. Как вы думаете? Напишите комментарий. Я хочу, чтобы лучше осталось до 3 минут. Да лучше до минуты хватит. Мы привыкли 15 секунд, до 1 минуты, 3 минуты, ладно, там если зацепить, посмотришь, а так 10 минут. А почему я должен смотреть 10 минут? Я лучше буду сидеть в Телеграм, в Ютубе 10 минут. Зачем это такое? Как вы, я говорю свое мнение, а как вы думаете? TikTok хочет стать Ютубом, Ютуб хочет стать ТикТоком, получается так? Это как и рыбу хочешь съесть. И так дальше вы сами знаете. Что скажете? Напишите в комментарии. Это пока слухи, но некоторым говорят, что такое сообщение приходило. Загружайте видеоролик до 5 минут с устройства. Убедитесь, что вы используете последний версию. Такое сообщение приходило.